Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, ребята, пошел я в какой-то другой мир. Через какого-то другого... Еще и босс плюс к тому. В какого-то другого вот этого... Как его там? Муравья, да? Я вообще... Так, я вообще даже не в курсе, какого, вроде обычного, хотя фиг его знает. Вроде пошел я в какого-то коричневого, то есть обычный муравей, можно и так сказать, но телепортнул меня вот в такой мир. Тут как бы только вот эти летающие острова и вот всякие вот эти пришельцы, да, алиены. И больше нифига и нету. Ну, как я думаю, если вот это какой-то мир, то есть... В этом мире тоже должны быть какие-то боссы, как бы в каждом мире есть какие-то боссы, я так думаю, в принципе, так оно, наверное, есть. Поэтому вот эти летающие островка, ребята, я так думаю, давайте, может, немного полетаем, а вдруг даже что-то найдем, какого-то еще одного босса. По идее, тут 10... это босс? Это босс! Охренеть, вот крутые боссы тут все-таки. Он нам даже нифига толком не сносит, как я понял. Ну, в принципе, у нас же бронька аметистовая. О, точно, мы же броньку себе можем сделать из бабули, да? Не, я и забыл, ребята. Вот этот босс. Конечно, ребята, в каждом измерении есть свой босс. Вот тут есть вот этот. Я знаю, что еще какие-то есть. Ну, сейчас мы его попытаемся убить. Это что, над головой меня заспавнилось? Или это просто фиг его знает? Охренеть! Звук какой-то там был. Да сколько? Еще один удар или два? Главное не упасть. Не, ну, в принципе, как он летает, да, мы тоже можем летать. Еще один такой. Походу, еще один. Только он поменьше будет. О, покебол тут нашли, охренеть. Так, сейчас. Твою ж. Это точно такой же, но он, походу, поменьше. Ну, как бы, это не такой уж какой-то босс, что прям редкий, да? Ух! Твою мать! Тоже напугали всякие мелкие заразы. Фу. Так. Сейчас давайте тпхнемся, превратимся, чтобы можно было летать. Вот. Тут... Ух! Твою! Опять вот этот. И опять вот этот заспавнился, да? Ну, как бы они тут спавнятся? Или это другой? Это, походу, другой или нет? Или мне кажется? Дракон! Это другой, ребята! Да тут куча всяких мобов! А вот этого даже хрен, если честно, можно... Как-то... Он просто нереально быстрый. Ну его тоже, конечно же, нужно убить. Но это такой мир драконов, можно сказать. Всяких пришельцев, драконов. Ну, как я понял, вот это такой. Он как бы просто-напросто немного улетает, и можно его догнать. Сейчас. Нужно, короче, за ним летать, да? И вот так его убивать. Так, куда он? Вот он. Отлично. Ну, такими темпами как бы мы его и убьем, да, можно и так сказать. Будет немного долго, так как вот он улетает каждый раз. Ух, это что там за... Ну, сначала нужно его убить, конечно же. Иди-ка ты вот сюда. Так.
Сколько там еще? Еще чуть-чуть, и будет у нас новый дракоша. Ну, сейчас. Главное, чтобы дэмэйдж не наносил. Нет, не наносит. Что с него выпало? Нифига не выпало. Или я просто уже поднял вот это. Nightmare Scale. Ага, то есть еще есть какой-то, ну, как бы можно сделать вот этот уж меч, да, а можно просто подсобирать, вот, этот у нас есть, Water Dragon, Mod Scale, это у нас тоже есть, Скорпион, у нас уже есть 3, Nightmare Scale, у нас есть 4. У нас есть 4 уже всяких вещей, вот этих боссов, да. Мы базилиска, конечно же, упустили, так как мы его, в принципе, могли убить, да, но он нас убил, ну как бы не он нас убил, а там хрень какая-то была, что... Воу-воу-воу-воу, главное не упасть! О, охренеть, ладно, давайте будем вот так летать. А, вот это прикольная штука какая-то. Ребята, что я понял? А понял я одну вещь... О, офигеть. Понял я одну вещь отличную. То, что... Это, если честно, мне нравится. То, что... вот... О, это... Нет, я думал, это босс какой-то. Ух, это что за новая руда? Такой у меня еще нету. Руби. Ладно. О, еще. Ребята, то, что я понял... сейчас, давайте все-таки вот этого убьем. Сюда. Чтобы не упасть, если... Хотя, ну, он тоже летает, но, в принципе... то, что я понял, ребята, то, что... я сначала думал, чтобы вот сделать этот нереальный меч, который имеет 200 урона, нужно убить всех боссов в этой, как бы, в этом моде. То есть, и самых главных боссов. То есть и Годзиллу, и этого, вот этих всех боссов. Но, ребята, как я вот сейчас понял, вот этот меч, который можно сделать вот всех частей всяких боссов, да, он как бы предназначен для Годзиллы, он как бы приготавливает нас, чтобы пойти на Годзиллу, чтобы пойти на... О. Титаниума куча. Чтобы пойти на Годзиллу, чтобы пойти на того же Кинга, да, который там в том мире, где большие деревья или где он там находится. Нужно сначала поубивать вот таких простеньких боссов. То есть такие как бы боссы, да, сильные, можно сказать, но не настолько. То есть мы их можем убить. И когда мы убьем всех как бы боссов, да, вот этих... как бы обычных, ну не то что обычных, а вот таких средненьких боссов, ну не то что средненьких, ну как бы боссов, да, боссов, но боссов таких, не очень таких уж сильных, там как Годзилла или тот же Кинг, да, то есть нам нужно сначала вот их поубивать, и когда мы всех их убьем, да, то как бы нам дастся... это что, аметистовый блок там или что? Нам как бы сделаем вот тот очень сильный меч. И когда у нас будет вот тот очень сильный меч, то как бы уже нам даже и говорит, что вот, ну не то, что говорит, я просто говорю, что вот уже вот этот офигенный меч есть, да, то есть ты уже можешь идти на как бы... ну, как бы на Годзиллу, на Кинга, да, то есть ты убил всех вот этих боссов таких, и ты уже можешь идти на самых сильных боссов, да, то есть так получается. И, в принципе, ребята, так как бы оно и будет, ну, как бы так оно есть, да, оно и так и должно быть. И, в принципе, ребята, у нас уже, ой, давайте еще вот эти пособираем, как бы ураним, вот это все, это нам тоже пригодится, конечно же. То есть, ребята, по идее, уф. Я догадываюсь, что это за босс, который сейчас стреляет. Да. Только вот он закрывается, вот как бы, вот, и сейчас урон он не будет наноситься. И вот то, что я не знаю, когда он откроется. Ух ты, это еще что такое?
Ну как бы тоже свой мир, да, в этом мире ребятам еще не были. И в принципе, тут есть тоже куча своих боссов, куча всяких блоков каких-то непонятных, да. Ну как бы не то, что непонятных, тут есть просто... Ух, твою ж. Тут есть... извиняюсь, просто горло что-то. Вот. Ну как бы он тут, да, находится, я не знаю. Если мы отлетим от него, он пропадет. Просто там я видел вроде аметистовый блок, и я не хочу его потерять с виду. Но я не хочу потерять вот этого босса. Вот там. А оно как бы тут автоматически спавнится. Вот эти шарики, ну как бы вот это, что летает, они походу спавнят вот эти все руды, потому что... Сейчас. Потому что... Вот тут заспавнился золотой блок, когда мы туда летели. Я обернулся, и его уже нету. Да твою ж... Оу. Как-то оно вот так было, как я понял. Оно как бы переспавнивается тут. Или что-то такое. Потому что вот... Пару секунд назад там был, вот тут был алмазный блок. А вот сейчас я обернулся, его уже нету. Вот, давайте сделаем эксперимент. Тут у нас есть титаниум или ураниум, да? Сейчас мы туда отлетим. Нет, он еще все же там. Так. Ну, как бы, вот, пропал. Он пропал, вот. Он был там, и он пропал. То есть это такое же и место, как бы отличное место для, можно сказать, для ресурсов. Как бы ресурсы тут не кончаются, да? То есть есть ресурсы, ты их пособирал, через какое-то время пришел, они опять появились. То есть, в принципе, ребята, это отлично. То есть ты можешь на одном месте всегда себе добывать всякие ресурсы, и они, в принципе, и не кончаются. Вот этого чудака все же нужно убить, ребята. Конечно, нужно убить. Но вот то, что он как-то убивается... Ну, понятно, что как бы защитный механизм у него, да? Вот сейчас его как бы нельзя бить, да? Урон не наносится. И нужно немного ждать, как я понял. Ну, пока ты там вот это все делаешь... Тут, нет, тут нифига не заспавнилось. Зато там заспавнился алмазный блок. И куча изумруда, которого мы не будем собирать, потому что изумруд, в принципе, нам не нужен. Как бы, может, и нужен, но... Вот он, нифига не наносится ему урон. И фиг его знает, в принципе, ребята, как его убить. Ну, как бы, нужно ждать каждый раз, когда он откроется, чтобы его убить. Но он еще, походу, и хилится. Так. Итак, ребята, почти что я его убил, капут, сколько я тут уже сижу с ним. Так, вот такая тактика, оборачиваемся от него, но в то же время смотрим. Так как он открывается вроде тогда, вроде как-то вот так, я заметил, что если на него не смотришь... Вот, опять открылся. Последний удар! А-а-а, твою мать! Ну давай, 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 еще один удар остался. Я уже столько тут сижу с тобой, что... Ну... Ну давай уже! Нет, с лука мы его не убьем. Отлично, ребята, убили мы его. И, в принципе... Отлично, да. Так, что тут? Island Block. Ага. Island Bull, так. Zookeeper Shard. Что это такое? Грингу. А, вот эта штука, да, отлично. Ребята, нам осталось еще три этих, как их там,
три части кожи всяких боссов, и чтобы сделать себе вот этот нереальный меч. Базилиска, которого мы прокакали, да, то есть он нас убил. Не он нас убил, но как бы. Ладно. Тогда базилиска нам еще нужно найти. Я, наверное, все-таки потом пойду, ребята, опять в тот мир, где куча вот этих всяких спаунеров спанится. И попробую его, ребята, найти. Чтобы его опять... Ух, твою мать, это что, меня молния ударила? Охренеть. Потом я, ребята, еще раз туда пойду, чтобы его... Воу. Сейчас. Это что тут за шарик какой? А, это вот это. Потом я, ребята, еще туда пойду, чтобы найти... Капут, сколько тут вот этих ресурсов. Пойду я потом туда, ребята, чтобы найти... Вот опять спавнер вот того, как его там... Ну... базилиска. Чтобы его уже убить опять. Только сейчас нормально убить. Да, чтобы его потом нормально убить. И, в принципе, ребята, потом еще... О, вот сейчас я хочу у вас попросить помощь. Титаниум блок, ни хрена себе. Я думал, это алмазный, а вот алмазный. Так, вот сейчас я хочу у вас, ребята, попросить помощь. Вот. С каких боссов выпадает вот этот Кракен? А, ну Кракен, это понятно, Кракен, да? И вот этот Джамп и Бакскейл. Ребята, я вас прошу, пожалуйста, скажите, где найти Кракена? Где он вообще находится? Если честно, хрен его знает, даже если где он находится. Ну не то, что я, если честно, хрен знает, где он находится. Просто тут есть вроде... Было три мира, да, я переустановил мод, как бы, новую версию, и вот сейчас, я как думал, я сейчас телепортнусь опять вот этого коричневого муравья, и он нас, в принципе, телепортнет туда, где мы были коричневые муравей, это вроде вот тот, где у нас был, как бы, мир всяких деревень, да, я думал, он нас сейчас туда телепортнет, да и все, а он нас телепортнул вот в этот мир, спавнившихся островов, где они каждый раз спавнятся и удаляются, можно и так сказать. Так, это еще что такое? А, это эндер блоки, да? Ну, как бы я так думал. Вот, да. Ребята, а ну, ща. Охренеть. А, это вот эта зараза опять, да? В принципе, ребята, я вот этот блок нашел, и это вообще охрененно. Там мы себе можем с него как бы обратно забрать 9 вот этих, как их там, 9 глазов эндермена, как бы, но уже сделанных так, нормально, да? И, в принципе, мы еще нашли 2 блока, с которых мы сможем глаза эндермена вот такие, обычные, как бы, взять, да? Но у нас хватает ресурсов, чтобы сделать из них такие глаза, с которых с помощью можно найти эндер-дракона. То есть, ребята, мы уже даже, можно сказать, можем уже найти эндер-дракона, если, конечно, полетаем немного. И, в принципе, ребята... Так, иди-ка ты вот сюда, зараза. Ух, сейчас вот это все собирать. Да чё за хрень? А, вот этот босс, но он как бы еще боссов. Если бы я еще что-то видел. Хрен, мы сейчас его убьем, я так думаю. Итак, ребята, вернулись мы домой, и в принципе, есть у нас уже нормальное такое количество ресурсов, да, которые мы, в принципе, добыли. И вот, ребята, вот напишите, пожалуйста, где найти Кракена. Где найти Кракена и где найти Jumpy Bug Scale. Jumpy Bug. Где его вообще найти? И где Кракен спа... Ух, ни хрена себе, вот это босяра, да? Босс покемон. Ну, чё-то я так думаю, что мы... что мы его, в принципе, никак не убьем. Он же... Плюс к тому, что он красный. Он 47 уровень. Хотя... Ух ты! Ребята, мы его убили! Ух, отлично! Куча уровней для Аммонайта и для, в принципе, марш... Так, о! Один покебол. Ч
чтобы выкинуть, так как, в принципе, куча всего, диски и это такое. Это тоже. Ладно. Нет, вот это я хочу поднять. Так. Да поднимись ты, вот, отлично. Так, ребята. Пожалуйста, напишите, где найти Кракена. Где даже Годзиллу найти, если кто-то знает. Потому что я даже не знаю, где его найти. Ну, приблизительно, да. Плюс к тому, ребята, у нас куча всяких ресурсов. Мы себе уже сможем, в принципе, нормальные такие вещи сделать. Вот в этом мире вообще куча ресурсов. Действительно, смотри, сколько. Так, сейчас. И, ребята, я уже думаю, что мы уже даже сможем найти... Ты чё сюда пришла? Ребят, я так думаю, что мы уже сможем даже себе найти эндер-дракона. Ну, не то, что себе найти эндер-дракона, да? Мы уже, в принципе, его сможем найти. Мне так кажется, что уже вот этих ресурсов хватит, как бы. Вот этих блоков, да? Так, сейчас. Тут еще один сундук, мне кажется, нужно создать. Сейчас. Давайте вот это все сюда выложим и посмотрим, сколько у нас всего. Так. Нет, это я не знаю, что это. Вот так. Сейчас. Еще есть что-то? Так. Так, и... Сейчас. Так. Сейчас. Нет. Так. Это вот сюда. И вот так. Отлично. Так. Это вот сюда. Ага. Сейчас. Так. Отлично. Так. Куча ресурсов. Просто нереальная куча. Давайте вот это все, чтобы оно тут не было вот так. На всем просто. Так. Ух, капут. И вот так. Капут, сколько ресурсов. Сейчас. Это вот сюда. Так, сейчас. Титаниум. Что мы сможем... С титаниумом мы короче, все можем сделать, да? Сейчас. Фишинг. Нет, фишинг там не нужен. Золотый. Так. В принципе, ребят, я так думаю, давайте уже, наверное, на этом закончим эту серию. О, это... Так, где мои окна? Ладно, потом. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем... Всем пока!